Сегодня днем во Львове горел частный детский сад. Огонь возник на первом этаже в электрощитовой. Очень быстро помещение заполнил едкий дым. Еще до того, как прибыли спасатели, воспитатели вывели детей на улицу. Всего 40 человек. Пожарные погасили пламя в щитовой с помощью огнетушителя. Ни дети, ни персонал детского сада не пострадали.